Доброе утро, коллеги. Ольга Николаевич, рады приветствовать. Эдик, у меня к вам поручение. Мне нужны отчеты. Дмитрий Николаевич, каждый день одно и то же. Отчеты для вас, отчеты, отчеты. Сегодня какой? Спокойно, спокойно, спокойно. В этот раз мне нужен особенный отчет. Готов? Дмитрий Николаевич, вы же знаете, я всегда готов. Какой нужен сегодня? Продажи? Возвраты? Ну, хватит, хватит вот этих своих фразочек. Как бы. Мне нужен отчет для совета директоров. Отлично. Как обычно, будет исполнено, Дмитрий Николаевич. Ну как ты вяленько, вяленько, Эдик. Ну больше энтузиазма. Ты 13 зарплаты вообще хочешь? Вы серьезно? Если бы я хотел пошутить, я бы рассказал вам анекдот про аналитика, продажника и этот кого, разработчика. Будет сделан в лучшем виде. Очень на вас надеюсь, коллеги. Отчеты. Отчеты. Куда пошел? А где данные за прошлый квартал? Партнер. Я так больше не могу. Помимо квартального отчета у меня еще и проект. Наташа, ну все же очень просто. Займись ты наконец отчетом, а проект разбей на мелкие, равные отдельные части. Хорошая идея. Мне так будет легче решить мелкие задачи. Дорогая, тебе будет их проще игнорировать. Ты кто? Отчеты. Эй, стой, 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 стой! А где данные по сибирскому бройлеру? Переделывают. Бездельники. В подготовке презентации мы использовали новейшие методы машинного зрения. Специальные камеры постоянно следили за ценниками в магазинах и при малейшем их изменении передавали их в нашу базу данных. С помощью технологии Master Data и Data Quality Management мы очистили все наши данные. И, как говорим мы, аналитические профессионалы, верифицировали. Таким образом, у наших дата-сайентистов оказался прекрасно очищенный, красивый датасет. Вот так мы делаем мониторинг, и это позволит нам победить конкурентов. Пять, пять, два, шесть. Алло. Леночка, это ты? Продиктуй мне, пожалуйста, мониторинг по ценам. Да-да, все правильно, на курицу. Жду. Давай. Алло, Юля, дай, пожалуйста, мониторинг из Ашана. В смысле уехала? Возвращайся. Тебе что, премию давно не резали? Пусть тебе менеджер тогда сети в смс-ке пришлет. А чтобы лучше раскрыть наши данные, мы создали в нашей компании Data-Driven культуру, а также Self-Service BI. Наташа. Ничего. Скинь мне, пожалуйста, Excel-чик по продажам на почту из пятерочек. Я не могу, он не пройдет. Он слишком большой. Ну что ж, тогда диктуй, и я буду записывать. Ну давай. Мы объединили данные из разных источников и привели их в сопоставимый вид. Еще не все, что мы залили в наш Data Lake, мы освоили, но это и потенциал для нашего дальнейшего роста. Мы уже создали сложнейшую модель данных,
и заполняем в ней пробелы с помощью интерполяции и машин-лёрнинга. Эдик, Марина не сдала мониторинг из перекрестка. Здесь пробел в данных. Наташа, не драматизируй, пожалуйста. Просто скопируй у другого менеджера, а еще лучше впиши что-то средний. Хорошо. Действуй. А чтобы мы сильнее могли влиять на наши продажи и оптимизировать работу персонала, мы улучшили нашу систему KPI на основе Data Storytelling. Что такое Data Storytelling? Коллеги, вот обратите внимание, вот смотрите, арбуз – это продажи наших дистрибьюторов, а дыня – это продажи розницы. Ты что, наших дистров жрёшь, что ли? Дмитрий Николаевич, да? Понимаю, что вы, как обычно, заняты. Посмотрите, пожалуйста, новые отчеты по дистрибьюторам. Слушай, а почему Иванову оборот упал? Алло, Дима, слушай, а что у твоего дистрибьютора, это Иванову, продажи падают второй квартал? Не рассказывай ты мне про кризис, знаю. Ну, люди-то есть не перестали, правильно? Ты ему скажи, короче, если он не увеличит закупки, мы ему порежем скидки на следующий квартал. И возвраты отключим. Супродукты ему впихни, а то тухнут на складе и достали уже, короче, да. Еще, Дмитрий Николаевич, предлагаю запустить искусственный интеллект. Слушай, у нас с естественным-то интеллектом проблема, а ты мне искусственный предлагаешь. Свободен. И весь этот поистине титанический труд мы проделали для того, чтобы показать вам наши прекрасные результаты. Внимание! Слайды. Большое спасибо за проделанную работу. По результатам всего периода мы хотим премировать вас в размере 3 окладов. Благодарю. И весь ваш отдел в размере 150% премии. Вот скромный кубок. Давайте сделаем несколько фотографий. Давайте с нашими замечательными отчетами. Собрались, кстати, как-то аналитик, разработчик и продажник на охоту. И тут они по лесу видят оленя. Первый взял ружье, продажник. Бух! Промазал на 5 метров вправо. Второе ружье взял разработчик. Целится. Бах! 5 метров влево. Взял ружье аналитик, посмотрел на разработчика, на продажника. Говорит, парни, ну, в целом вы в него попали.